флаг Российской Федерации и знамя Победы! Смирно! Для встречи слева! На кра! У! Военнослужащие почетного караула вносят на Красную площадь государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы в Великой Отечественной войне. Весной 45-го года бойцы 150-й Идрицкой стрелковой дивизии водрузили красный штурмовой флаг на куполе Рейхстага, ставший главным символом победы над фашизмом. Для каждого россиянина знамя Победы священно. Это реликвия, которую нам передали наши деды и прадеды, отдавшие свои жизни ради мира и нашего будущего. В составе знаменной группы лучшие военнослужащие 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Право нести флаг Российской Федерации предоставлено старшему сержанту Антону Михайлову. Знамя Победы в руках старшего сержанта Дмитрия Монастырева. Возглавляют знаменные группы старшие лейтенанты Геннадий Звонков и Алексей Паскан. Встречи слева! На кра! У!
звуки встречного марша министр обороны Российской Федерации, герой России, генерал армии Сергей Шойгу направляется к центру Красной площади для принятия доклада о готовности войск Московского гарнизона к параду. Встречает министра обороны главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Солюков. Товарищ министр обороны Российской Федерации, войска Московского гарнизона для парада во знаменование 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне построены командующий парадом генерал армии Солюков. С порядком проведения военного парада министр обороны и главнокомандующий сухопутными войсками начинают объезд парадных расчетов войск Московского гарнизона. Сегодня в торжественном мероприятии принимают участие свыше 9 тысяч военнослужащих, в том числе более 1000 участников специальной военной операции. Министр обороны Сергей Шойгу и командующий парадом Олег Солюков направляются для приветствия слушателей Военной академии сухопутных войск, курсантов военного университета и Военной академии материально-технического обеспечения. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Сухопутные войска на протяжении многолетней истории надежно стоят на страже Отечества. Воины-сухопутчики, как в суровые годы Великой Отечественной войны, шаг за шагом освобождают мир от приспешников неонацизма и международного терроризма, проявляют при этом храбрость, отвагу и несгибаемую волю к победе, действуют слаженно и решительно в самых непростых условиях. Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Министр обороны поздравил с Днем Победы парадные расчеты воздушно-космических сил. Летчики, военнослужащие космических войск и противовоздушной обороны круглосуточно обеспечивают надежную охрану воздушно-космического пространства страны, ежедневно способствуют продвижению войск на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Министр обороны приветствовал парадные расчеты военнослужащих военной полиции, войск радиационной, химической и биологической защиты, Росгвардии, ФСБ и МЧС России, кремлевских курсантов.
Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ министр! Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Министр обороны поздравил с Днем Победы парадные расчеты ракетных войск стратегического назначения и воздушно-десантных войск. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ министр обороны! Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Министр обороны приветствовал парадные расчеты участников специальной военной операции Военно-морского флота, Михайловской военной артиллерийской академии, Всероссийского казачьего общества, воинов-железнодорожников, военнослужащих женщин и юных участников парада, суворовцев, нахимовцев, юнармейцев и воспитанников Кронштадтского морского кадетского корпуса. Генерал армии Сергей Шойгу совершил объезд войск и направляется к центральной трибуне для доклада президенту Российской Федерации, верховному главнокомандующему вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, войска Московского гарнизона к параду Победы готовы. Генерал армии Шойгу. Праздник. Вольно! Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, бойцы, командиры, фронтовики, герои специальной военной операции, поздравляю вас с Днем Победы, с нашим самым главным, подлинно народным, священным праздником. Мы чествуем наших отцов и дедов, прадедов. Они защитили родную землю и сокрушили нацизм. Освободили народы Европы, достигли вершин ратной и трудовой доблести. Сегодня мы видим, как правду о Второй мировой войне пытаются исказить. Она мешает тем, кто привык строить свою, по сути, колониальную политику на лицемерии и лжи. Они сносят мемориалы истинным борцам с нацизмом, ставят на пьедесталы предателей и пособников гитлеровцев, перечеркивают память о героизме и благородстве солдат-освободителей, о той великой жертве, которую они принесли во имя жизни. Реваншизм, издевательство над историей, стремление оправдать нынешних последователей нацистов – это часть общей политики западных элит по разжиганию все новых региональных конфликтов, межнациональной и межрелигиозной вражды, по сдерживанию суверенных, независимых центров мирового развития.
Мы отвергаем претензии любого государства или альянса на исключительность. Знаем, к чему ведет непомерность таких амбиций. Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения. Но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности. На Западе хотели бы забыть уроки Второй мировой войны. А мы помним, что судьба человечества решалась в грандиозных битвах под Москвой и Ленинградом, Ржевом, Сталинградом, Курском и Харьковом, под Минском, Смоленском и Киевом. В тяжелых, кровопролитных боях от Мурманска до Кавказа и Крыма. Три первых долгих, труднейших года Великой Отечественной войны Советский Союз, все республики бывшего Советского Союза практически один на один сражались с нацистами, тогда как на военную мощь вермахта работала практически вся Европа. При этом, подчеркну, Россия никогда не принижала значение Второго фронта и помощи союзников. Мы чтим отвагу всех воинов антигитлеровской коалиции, участников сопротивления, подпольщиков, партизан, мужество народа Китая, сражавшегося за свою независимость против агрессии милитаристской Японии. И всегда будем помнить, никогда, никогда не забудем нашу общую борьбу и вдохновляющие традиции союзничества. Дорогие друзья, Россия сейчас переживает сложный, рубежный период. Судьба Родины, ее будущее зависит от каждого из нас. Сегодня, в День Победы, мы осознаем это еще более остро и отчетливо. И неизменно равняемся на поколение победителей. Отважное, благородное, мудрое. На его умение беречь дружбу и стойко переносить невзгоды. Всегда быть уверенными в себе и в своей стране, искренне и беззаветно любить Родину. Мы отмечаем День Победы в условиях проведения специальной военной операции. Все ее участники, те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения, это наши герои. Мы преклоняемся перед вашей стойкостью и самопожертвованием, самоотверженностью. С вами вся Россия. В вас верят. Переживают за вас и наши ветераны, и духовная сопричастность вашим судьбам и подвигам нерушимо связывает поколение героев Отечества. Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла Великая Отечественная война. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей. Склоняем головы перед ушедшими от нас ветеранами Великой Отечественной войны, перед памятью мирных жителей, погибших от варварских обстрелов и терактов неонацистов, перед нашими боевыми товарищами, павшими в борьбе с неонацизмом в праведном бою за Россию. Объявляется минута молчания.
Спасибо. Дорогие наши ветераны, товарищи, друзья, 9 мая – это всегда очень эмоциональный, пронзительный день. В каждой семье чествуют своих героев, всматриваются в фотографии, в дорогие любимые лица, вспоминают родных, их рассказы о том, как они воевали, как работали. День Победы объединяет все поколения. Мы идем вперед, опираясь на наши вековые традиции. И уверены, что вместе обеспечим свободное, безопасное будущее России, нашего единого народа. Слава доблестным вооруженным силам! За Россию! За победу! Ура!